Соглашусь, довольно эмоционально у нас получилась предыдущая серия. Хотя, возможно, мне так показалось, но кажется, что не показалось. Собственно, да. Ну а теперь, собственно, да. Я вижу этот прекрасный сундучок, и я хочу его познать. Ну и, собственно, как познать следующий бой. Здравствуйте. Так, теперь у нас он малютка есть. Надо. Выяснить, сколько у этой малютки здоровья. Так, сгоблены, маленькие злобные гуманоиды, обустраивающие логово в разграбленных подземельях и других мрачных местах. По отдельности слабы, но, собравшись вместе, могут доставить неприятности другим существам. Почти. Не, ну это не сложно. Фу. С тобой разбираемся. Ладно. Довольно на мгновение быстрее нажал, чем надо было, чтобы сделать полное парирование. Грустно. Ау. До свидания. Будь здоров, спасибо. Серьезно. Ау. Так, что ты у нас не окочурилась? Надо тебя вылечить. Хоть так. Ну, палатка, конечно, хорошо, только ни разу мы еще не пользовались, но, возможно, когда-нибудь наступит такой момент. Кто знает? Кто знает? Как-то у вас, ребят, многовато, если честно. Thank you.
меня. Отлично. Теперь нажал вовремя, в отличие от предыдущего раза. И это меня крайне радует. Ага. Ну хотя бы так. Пока. Думал, и опять я сделал не вовремя. Ну, кто бы сомневался. Из-за того, что у нас отсутствует пацанчик с молниями и водой, хилиться нам вот это вот придется часто, нежели использовать все наши способности, дабы выносить всех на раз-два. Так, наступление. Ну, по ядам кидать. Хотя бы так. Спасибо. Так, все уже 20 уровня. Спасибо на этом. Но способностей никаких мы бы не получили. Грустно. Так, по здоровью пока что все терпимо, но все же... Давайте сюда сходим. This is quite the scenery change from those mines. But I liked it more when the city was still in one piece. Oh, sorry, I was just daydreaming. Need anything? Back in the day, Cinder was truly a sight to behold. I remember it like it was yesterday. Kids running around, artists working late into the night, and the Great Forge running constantly. I should pay it a visit. Бои тут нам предстоят жаркие. Хорошо. А, что-то рановато решил нажать. Thank you.
Это не серьезно. Получается. Можно отпарировать это самоуничтожение. Капец, сколько же денежки нам капает. Это прям божественно. Так же, как и грустненько. Собирать все, что есть. Ну, янтарное кольцо тоже неплохо. Пускай остается. Спасибо, но я, пожалуй, иду. Никто не ожидал, правда, такого поворота? Все думали, сейчас бы снова сражение. А не тут-то было. Оно, конечно, будет, но чуточку попозже. Just pains me to see Sunisa like this. When I followed Azufra during the revolution, I was hoping for a better future than this. Кремниевое ожерелье. Так, это любопытно. Стойкостью к параличу. У нас пока вроде бы нет никаких противников, которые нам делают паралич. Вроде бы. Да, хватит мне бои делать. Не, я, конечно, не против, но все же против. Камикадзе. Ну ладно. Поехали. Это не серьезно. Ладно, не добил. Я думал, огонь его добьет. И специально не атаковал его. Ну и ладно, все равно огонь его дожарит. Так что не будем его трогать. Хай наслаждается приятными мгновениями. Свидание.
Ну, как-то так. Вот теперь мы можем идти, собственно, туда, куда хотели изначально. Посмотрим, что нам покажет беседа с теми дамочками. Потому что до них еще дойти надо. Без всяких приключений. Ну, хотя денежка, да. Она того стоит, чтобы сражаться. Не поспоришь. Маны у нашего пацанчика все меньше и меньше. Надо будет ее возобновить. Фу. Здравствуйте. Someone who has been running around trying to cure glass lung. Wait a second. That outfit! Hey! You're a research assistant, aren't you? Yes. Or at least I was. I've been testing out a few prototypes of a new medicine I've developed. And I've been assisting her along the way. Lau? What are you doing here? For the millionth time, Zass. Please call me Mother Superior. You're the Mother Superior here. And who is this? My name is Arola. I'm a researcher who has been studying the glass lung. Finding a cure has been my life's work. Please, could you give us some of that medicine too? Our friend is very ill. I'm sorry, but I've already given away all that I had. I don't have any more to give you, even if I wanted to. A mother superior neglecting to help ones in need? These seem to be dire times indeed. The medicine is extremely hard to make. It took me months of work just to distill those first few samples. We don't have months. I'm sorry. I wish I could help. It's been a lifetime of research, but this is all I've managed. There she is. The rebel goblin I've been hearing about. Guards! Seize her! Wait! There must be some misunderstanding! Please, Azufra, try to understand. Arola hasn't done anything wrong. There's no mistake, Lau. My people spotted her sneaking around Seniza, plotting who knows what. Frankly, I'm surprised someone of your stature would associate with someone like this. She's only trying to help the poor people of Seniza. You have to understand. A likely story. She's a rebel, and she's under arrest. You're coming with me, woman. No, Azufra. This one belongs to the Empress. You. Oh no, not these two again. We have to save Arola. Come on, guys. You guys again? Always getting in our way. Well, not today. Скажу только то, что прям уж дико я недооценил то, что произошло после. Поэтому. Welcome, welcome. We have the... Сделаем все то, чтобы у нас в следующий раз все вышло хорошо. Фух. И для этого я, разумеется, набил буквально. Ну, не так уж много, как хотелось бы. Всего лишь 22 уровень. Худо-бедно. Но это не самое главное. Главное то, что я пришел сюда именно за вот этим вот. И пускай я хотел это сделать чуточку попозже, но пускай.
создаем. Да. Истинный меч госпожи наш. Коса спасителя также теперь наша. Ну и соответственно вот, давайте же немножечко побалуем и нашу новую компаньоншу, так скажем. И, собственно говоря, в данный момент у нас мешочек сюрпризов. Магическая сумка ЗАС выглядит маленькой, но внутри скрывается целое измерение, что позволяет ЗАС носить с собой кучу странных штуковин. Так, и в итоге мы можем создать кошель сюрпризов. Улучшенный мешочек сюрпризов сшит так, чтобы в него влезали вещи большого размера. Также увеличена вместительность карманного измерения. Эй, чё глаза пучишь? Снаружи моя сумка может показаться маленькой, но внутри она очень вместительная. Удобненько. Правда, она довольно своевольная, а потому никогда не знаешь, что из нее достанешь. Ну что ж, готов? Да. И в итоге мы теперь сможем сделать торбу сюрпризов. Магическая сумка третьего поколения, теперь с ограничителем для удержания содержимого внутри. Ого, мешочек-то стал больше. Я уверен, что папа учил меня пользоваться этим магическим механизмом. Но не могу вспомнить детали, поэтому пробую наугад. Однажды я споткнулась, и из мешочка вывалилось множество странных штуковин. Было безумно. Так, но мы еще разочек сделаем это. И получим в итоге сумку неожиданностей. Очень навороченная версия магической сумки. Она стала намного ярче и прочнее. Похоже, сумка способна менять материал, из которого сделана, по собственному желанию. Да, так гораздо лучше. Ненавижу, когда все высыпается, если вдруг упадешь. Только бы дизайн получше. Бои это круто и все такое, но девочка всегда должна выглядеть стильно, верно? И таки да. Сумка фокусов. Следующее, что мы сделаем. Ведь окончательная версия магической сумки, ну, мы на это надеемся, украшена отборными самоцветами. И дизайн изменился, что придало ей уникальный вид. Красота! Ты только посмотри на эту прелесть. Ужасно миленько. Ой, а это маленькое сердечко. С ума сойти! Кстати, она может стать железной и не только. Наверное, она сгодится как передвижное убежище. А? Что внутри? Да куча всего. И такие... Да. Фух, спасибо. И такие. Что еще я хотел сделать? Да, я хотел сделать снаряжение. И таки да. Ну, из всего того, что я вижу... Пускай будет ядовитый, потому что огнем тут в основном все огненные противники. Поэтому огнем их брать смысла я не вижу. Но, возможно, я ошибаюсь. Ну и, собственно... Don't think things will play out like last time, you little pests! The Empress has gifted us a new device, which will stop your meddlesome powers. There's no way you can defeat us now. Спасибо. Но в любом случае, без нашего пацанчика, обладающего водой, все это и так бессмысленно. Я бы этот кристалл и не использовал. Так, ну давайте, девочки, поиграем. Посмотрим на этот раз, все ли у нас будет хорошо. Вулканические девы. Вулканических дев знают и боятся повсюду. Почти так же, как императрицу времени. Огненная сила и непробиваемые щиты позволяют закрыть любого, кто станет у них на пути.
Ну, так-то да. Кристаллы заблокированы. Так, ну кто бы сомневался. Тогда мы сделаем, не знаю... Надо выяснить, сколько у тебя здоровья. Гелли. Могучая военачальница передовых сил Императрицы Времени. Гелли командует, полагаясь на физическую силу и мастерство рукопашного боя. А еще она ехидна и прямолинейна. Бывает. Как от этого уклониться, хрен пойми. Ладно, дамочка. Отдыхай. А сейчас мы тебя немножечко бахнем. Так, ну тут, я думаю, логично будет поступить. Так. Такс. Вот. Спасибо. Вот это в самый раз. Вот этого мне очень как не хватало в прошлой битве. Исцеление моментального на всех персонажей. Погнали. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Почти заблокировал. Ясно. Немножко не хватило. Получаю удар земли в прекраснейший. О! Да-да-да. Неплохо, неплохо. Такой атаки я ожидал, но тут ничего не поделаешь. Как это надо блокировать вовремя, я не понимаю, ну да ладно, нету времени об этом думать. Отразил. Ай-яй-яй, вот это тупанул. Вот это по-жесткому тупанул. Я помнил про эту атаку, но... Не вовремя нажал при втором взрыве. И поэтому получил люлей. Красавчик. Ладно, тогда поступим так. Окей. Получи. Делаем вот так вот. Изи. А, решила похилить свою девочку. Отлично. Немного не совсем удачно, но да ладно. Что уже дело такое?
Получи. Пять. Как же ненавижу эту атаку. Я не буду рисковать. Эй, хорошо отразил, максимально возможно. Получи молотком, похлебал. Что, девочка, не понравилось тебе, что твою подружку вынесли? Сейчас мы и тобой займемся. В прошлый раз вы нам дали хорошенько люлей, но теперь-то я постараюсь сделать то же самое. Итак, Вулкан, могучая военачальница передовых сил Императрицы Времени. Вулкан командует, руководствуясь холодным расчетом, а магия огня делает ее грозным противником на поле боя. Но это понятно. Не вовремя нажал, даже совсем не вовремя. Бывает, тупанул, ну, ничего страшного. Так, ускорим. Так, давай посмотрим, что у нас выйдет. Воды у меня нет, хотя бы землей. Ну, окей. Так. Отравим тебя. Глупая была идея, но что поделать. Ау, серьезно, я не вовремя это сделал. В принципе, да. Да. Так, включи внимательность. Фу. Я мог бы хорошо отразить, даже очень хорошо мог отразить. Давай посмотрим, что у нас этого выйдет. Понял, плохая идея использовать эту всю байду. Так, кого бы нам ускорить? Ну, пускай. Ну, отлично, наконец-таки. Главное не спешить. И все будет хорошо. Так, обычная атака по тебе как проходит? Ну, слабоватенько, конечно. Ну, сойдет. Thank you.
Давай посмотрим. Класс, похилил. Шикарно. Опять. Ладно, каюсь. Хилимся. Я уже особо не парюсь по этому поводу, потому что знаю, что могу вылечить себя. Так что можно расслабиться. Сейчас я немного... Хочу позже объясню. Давайте закончим с этим боем, и я сделаю лирическое отступление, чтобы было понятно, почему я сейчас такой немного на взводе и не собранный. Нет, у нее еще пока слишком много здоровья, чтобы делать синхронизацию. Сделаем ее под конец. Не знаю, получится ли нанести достаточно много урона, но... Посмотрим. Короче, просто закидываем тебя. Бывает. Хотя давайте глянем, что из этого выйдет. Дождь из Юканда. Противоядие, взрывное. Но взрывное не надо, я могу ее выхилить. Это нам не надо. Ядовитая, дикая лоза, вечно зеленая. Регенерация. Дикая лоза, можно было попробовать. Чем черт не шутит? Да пускай. Можем это сделать? Стоп. Ага. Сразу несколько типов атак. Ё-моё. Так, ладно. Пока подождем. Так. Не, я хочу отменить это все. Да. Просто пока. Просто лазой, пока тебя долбим. Как говорится, потихонечку, помаленечку. Оу. Ты у нас. Ишь, какая хитрожопая. Так, ну пока не вижу смысла хилиться. Поэтому... Немножко осталось, немножко. И я тебя уделаю. Оп. Ты собака непривязанная. Ты же все равно от меня никуда не денешься. Ускоряем пацанчика по полной программе. Тебе это уже не поможет. Я даже не буду синхронизацию использовать, не хочу. Не хочу тебя просто добить.
Да, и это все, что ты можешь, да? Бесполезно. Нашла, что кидать. Ау-ау-ау-ау. Так, так и знал, что на это все будет. Живи, девочка, живи, а мы в свою очередь добиваем. Прощай, милая. А, то есть за вот это то, что мы сейчас пережили, нам дали только вот это вот. Спасибо. Where's that little grunt when you need her? Sorry for the delay. Kari? Finally. You took your sweet time. Mind your own business. I've got more important things to do than be your babysitter. Kari, where have you been? What are you doing with the princesses? Oh, dear little Zaz. I didn't even see you there. You've certainly grown. I'd love to catch up, talk about old times, but my obligations bind me. Farewell, dear sister. Wait! Ugh. This is only a tactical retreat. And we're taking these two with us. No! Let us go! Stop this at once, Princess! Damn those girls! They're always interfering in something. Mr. Azufra, I have a proposal. Oh? Miss Arola isn't a bad person. She's not a rebel. She's just trying to work on a cure for glass lung. There is no cure for it. The only thing that even helps is the Empress's medicine. Everyone knows that. She's healed people here in Suniza already. We saw it. It's the truth. Suppose for a moment that's true. What exactly is this proposal of yours, girl? First, we'll rescue her, and then we'll help complete the medicine. And we'll share it with you once we're done. In exchange for the medicine, can you drop the charges against her? And stop trying to arrest her? All right, girl. You have a deal. Bring me the medicine, and I'll drop all charges. Come see me once you've gotten it. So, what now? Let's head back to Cinder. We have to track down those sisters. Ага. Я, пожалуй, пойду сохранюсь. Crispell, what do you want? I want to record... Фух, это была самая потная битва. Все из-за того, что у нас нету пацанчика с водой. И тогда все было бы гораздо быстрее, проще и эффективнее. Ну и собственно, после того, как я в первый раз им проиграл,
мне пришлось отлучиться по делам, и, соответственно, чуть больше часа я был вне дома, и, соответственно, был занят совсем другими делами. И вот теперь я вернулся, продолжил, и, соответственно, по этой причине был немного не собранный, ввиду того, что в голове целая мешанина из всего, что произошло за последние... Вот это вот, и поэтому вот как-то так. И на этом наше лирическое вступление уходит, и мы продолжаем буквально через мгновение.